Маленькие и большие. Прямые и угловые. Удобные и функциональные. Практичные и универсальные. Стильные и современные диваны, тахты, банкетки, кровати и пуфики. А также матрасы различных размеров и жесткости. Мебельная фабрика «Демир». Мы 18 лет делаем мебель для вас. Наш салон в Артеме на 3-м этаже торгового центра «Самбурай». Астрологический прогноз на 13 марта 2019 года. Это среда, действует рекомендации 7-х лунных суток. Луна находится в знаке Близнецы. День хорош для начала достойных дел. Хорошо заключать соглашения, образовывать союзы, благоприятно начинать лечение и ремонт. Хорошо в этот день впервые надевать новую одежду. Знаки огня. Овен, лев, стрелец. День хорош для встреч, поездок и покупок. У вас будет возможность и средства решить хозяйственные вопросы. Возможно, удачное завершение выгодного дела. Знаки земли. Телец, дева, козерог. День хорош для решения финансовых и материальных вопросов. Возможно, получение денег. День принесет также интересные новости и встречи. Знаки воздуха. Близнецы, весы, водолей. День хорош для украшения своей внешности и для решения личных вопросов. В это время происходят благоприятные события на рабочем месте. Хорошо в этот день также проводить медицинские мероприятия. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. День хорош для тихой и спокойной деятельности. Благоприятно делать хозяйственную работу, хорошо принимать дома гостей. Ожидайте удачи со стороны родственников. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.